тех мест, где я не был ни разу. И туда я не знаю дороги. Ты пришла то ли брошенной фразой, то ли с той вдруг упавшей под ноги. Новый день, он явился недаром, и я жить по-вчерашнему бросил. Ведь вошла в мое сердце пожаром моя гостья по имени осень. Женщина из осени, словно жребий брошенный, а в любви непрошенной ей совсем чуть-чуть. Женщина из осени, пусть все судьбы сложены. Женщина из осени, будь со мною, будь. В те места, где ты завтра исчезнешь, ни луна не начертит путь в окна, но дождей твои грустные песни для меня пусть звучат хоть сегодня. А когда день придет белоснежный, пусть уже не для нас с тобой вовсе в моем сердце останется нежность, что дарила мне женщина осень. Женщина из осени, словно жребий брошенный, а в любви непрошенной ей совсем чуть-чуть. Женщина из осени, пусть все судьбы сложены. Женщина из осени, будь со мною, будь. Женщина из осени, словно жребий брошенный, а в любви непрошенной ей совсем чуть-чуть. Женщина из осени, пусть все судьбы сложены. Женщина из осени, будь со мною, будь. Женщина из осени, пусть все судьбы сложены. Женщина из осени, будь со мною, будь. Виктор Мегдецов. Виктор, можно тебе задать вопрос? Как ты думаешь, мужчина перед кем может извиниться? Но прежде всего перед матерью, перед любимой женщиной, перед дочерьми, перед самыми святыми людьми на нашем белом свете.